Итоги прошедшего года, планы на будущее и ответы на актуальные вопросы. 20 января глава Десногорска Андрей Шубин вышел в прямой эфир для общения с жителями города. Больше всего десногорцев волнуют вопросы, которые касаются сферы ЖКХ, образования, освещения улиц, благоустройства и ремонта дорог. В центре внимания горожан и сезонные проблемы. Некачественная уборка снега во дворах и на улицах города. Недовольство этим выразил и глава, отметив, что некачественное выполнение обязанностей грозит коммунальщикам штрафами. Поиски же реального решения проблемы уже ведутся. Где-то не хватает персонала, где-то не хватает техники. Не хватает, конечно, техники у нас для вывоза снега, поэтому нам приходится обращаться в сторонние организации и просить оказать нам помощь и содействие. К нам на выручку приходит наш ответственный социальный партнер, это Смоленская атомная станция. С понедельника 24 числа нам выделяют технику, и мы начнем заниматься вывозом снега с уличной дорожной сети. Из уже традиционных, но все еще злободневных тем – открытие в городе крытого катка. Андрей Шубин уверен, катку в Десногорске быть. Но когда завершатся переговоры с инвестором? Мы с конца прошлого года плотно вели переговоры с инвесторами из Калужской области о том, чтобы в рамках частного муниципального партнерства можно было построить ледовый каток, тот, который у нас находится в 4-м микрорайоне. Тем более, что у нас есть и оборудование, и металлоконструкции. Пока конечного решения в этом вопросе нет, но я очень надеюсь, что мы и эту проблему совместно решим. В вопросах главе отразилась и озабоченность многих родителей образованием детей. Ведь проблема всех маленьких городов – нехватка учителей не обошла и Десногорск. В настоящий момент в школе номер 3 принят на работу учитель химии, поэтому программа по химии ведется в полном объеме. Она будет скорректирована и пройдена всеми детьми. А то, что касается вакансии учителя английского языка, преподавания во втором классе, значит, там, я так понимаю, проблема была с учителем, который ушел в декретный отпуск. В данном случае сейчас проводится работа по закрытию данной вакансии. Андрей Шубин также прокомментировал желание жителей сделать на автодороге от Десногорска до Якимовичей велосипедную дорожку. По проекту данной дороги там данная велопешеходная дорожка не предусмотрена. Там необходимо делать полностью капитальный ремонт дорожного полотна, заказывать проект, расширять проезжую часть и, соответственно, определенные другие процедуры для того, чтобы можно было комфортно двигаться пешеходам и автомобилистам. Будет, когда рассматривается вопрос по капитальному ремонту данной дороги, да, мы к этому вопросу обязательно вернемся. Значительная часть вопросов касалась права многодетных семей на получение земельных участков. По словам главы, для этих целей уже сформированы и оформляются 174 участка в 8-м микрорайоне. Не до конца решена лишь проблема с инфраструктурой. Ведутся поиски возможностей для электроснабжения участков и строительства дорог. Все 120 человек, которые там стоят вот на 20 января, по моей информации, землей будут обеспечены все. Ну а вот дальше уже, когда вы будете строиться со всеми этими нюансами, нам с вами придется все равно как-то эти вопросы решать. В ходе прямой линии глава города также подвел итоги социально-экономического развития Десногорска в 2021 году. Среди них открытие атомпарка, решение проблемы освещения в городе, начало капитального ремонта дороги от Галактики до рынка, ремонт придомовых и общественных территорий в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Были анонсированы и новые проекты. Ознакомиться с полной версией прямого эфира и найти ответы на интересующие вопросы можно на официальной странице администрации города в социальной сети Instagram.